Аскиз. Одна из многих улиц, вполне уютная, тихая и совсем безлюдная. Она носит имя героя Советского Союза Михаила Ивановича Чеботаева. Об этом в начале улицы напоминает небольшая мемориальная доска. Такие в честь юбилея Победы установил местный совет ветеранов. Впрочем, о красноармейце Чеботаеве в Аскизе напоминает многое. В парке Победы бронзовый бюст героя. Михаил Чеботаев родом из села Усть-Кендырла. Был призван на фронт в 19 лет в самом начале войны. Служил разведчиком. Звание героя получил за отличие в форсировании Днепра. Его отец был рыбаком. И Михаил Иванович часто пользовался лодкой, тоже вместе с отцом. Переправлялся через Абакан на лодке. И, очевидно, ему было легко ориентироваться, легко грести и лодку переправлять через Днепр. И вот, значит, и там он одним из первых переправился через Днепр, закрепил позицию. То есть он перевез, несколько раз возвращался туда, на левый берег, на правый берег, перевозя людей. Красноармеец Чеботаев с войны не вернулся. Он не дожил до Победы всего 2,5 месяца. Погиб в Прибалтике, освобождает фашистов литовский городок Скуодас. Теперь уже за границей Михаил Чеботаев и похоронен на воинском кладбище. В 2010 году, когда мы уже собирались пораньше выехать, нам, значит, сказали, пока нельзя, у нас каникулы. Я 4 месяца подготовку вела, переговаривалась, а, наверное, в годы перестройки я поняла, что памятник, наверное, снесли. И чтобы этот памятник какой-то восстановить, они тянули, то есть время им нужно было восстановить. Там уже новые памятники. Мэр района Стасис Вайнерс тоже заявил, что пока мы живы, пока вот будет памятник, за памятником уход. В советское время в Скуодасе даже была улица Михаила Чеботаева, но теперь для его имени в освобожденном литовском городке места уже нет. В Хакасии имя Михаила Чеботаева в Аскизе носит лицей-интернат, есть музей, посвященный герою. Улица в Аскизе появилась в 70-х, в Абакане в 59-м году. Протяженность улицы Михаила Чеботаева в Абакане 1200 метров. Если верить карте, пройти пешком ее можно за 23 минуты. Михаил Чеботаев провел на войне 4 страшных года. Он погиб за родину. И его подвиг, как и подвиги других советских солдат, навсегда вписаны в мировую историю. На всероссийской карте улиц героев улица Михаила Чеботаева тоже есть. Елена Крылова, Станислав Колчинаев, «Вести Хакасия».